Всем привет, меня зовут Гэри Грей, и это программа «Сколько дашь», где я буду угадывать возраст популярных исполнителей. LJ. Я думаю... Смотря, когда у него день рождения. Мне кажется, так. 26, я угадал. Круто, профессионал. Я профессиональный угадывающий возраста. Крид. Так. Я не помню, я старше его на месяц или он меня. Так, у него день рождения в месяц с Бибером. А Бибер старше меня на год. Значит, ему, скорее всего, уже исполнилось 27. 26, нет, ему еще не исполнилось. Я старше его на месяц. У него в июне день рождения. Точно, летом у него день рождения. А Дина Саева, не знаю, 22? 21, не попал. Эх, я был близок. Инстасамка. Вообще не без понятия. Вот так? 20. Слушай, я всем год больше даю. Дани Милохин. Так? 19. Здесь я угадал. Аня Покров. Так же, я думаю. 21, Аня. О, старше, кажется, она. Не знал. Настя Ивлеева. Думаю, что она 29? 30. Не дал. Юлия Гаврильна. Да, Юлечка. Я знаю, сколько тебе лет. Валя Карнавал. Так. Валя Карнавал. 17-летняя Варя. Ну, теперь она 18-летняя Варя. 19! Ей было 18, ей теперь 19. Черт, а почему? Подожди, она на год старше Евы? Дава. Дава. 28, да, окей. Я думал 45, простите. Мия Бойко. Возраст Мии Бойки, он как бы вообще колеблется в интернете. Никто не знает, сколько ей там в итоге лет. Но мне кажется, вот так. 24. 24. Эх. Артур Бабич. Как будто что-то типа этого. О, 20 лет. Карина Кросс. Карина Кросс, ей, по-моему, вот столько. 28. Слушай, я рядом, всегда рядом, но никак не попаду. Ева Миллер. Да. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, кого следующим вы хотели бы видеть в этой передаче. Спасибо.